ударов не задам. Yeah, boy. Приветос, амигос, снова вы, я и Dark Souls 3. Мы находимся на том самом святилище, где экс-чемпион мира Dark Souls в тяжелом весе Гундир уступил свой титул мне. Теперь я не то что... А, кстати, он чемпион, кстати, чего? Он тоже чемпион, чемпион пепла? Впереди костер. Зачем, господи, сзади костер? Итак, это черный храм огня. Я так понимаю, что здесь сейчас будет черная хранительница огня. Чуваки, по-моему, вам пора кровлю делать. Почему я вместо потолка вижу звезды? А, я еще не дошел до храма огня. Тут же ворота, да. Нихуахуа. А ты еще кто? Дорогу чемпиону. Это черный рыцарь, да? Или серебряный. Щит-то серебряного рыцаря. Нет. Шлем черного. Эй, горожанин, не подскажешь, как пройти в храм огня? Не подскажешь, почему бэкстабы тебе не пробиваются? А лут где? Не заработал, да? Интересно. Интересная политика. Тут, кстати, у всех начальных NPC из храма огня были свои сюжетные квесты. А, все они говно. Выполнить их можно только, я вообще не знаю, случайно, наверное. Ну, как обычно. О, вот, черный рыцарь с двуручьем. Ну, у меня есть двуручник. Второй мне вроде как без нужды. Блять, ну где бэкстаб? Заебанец ты нахуй, а? Кстати, заебанец молодец по-болгарски. Да, это не похоже на щит черного рыцаря, потому что раньше у них были другие щиты. Но этот щит мне определенно что-то напоминает. Опа. А где чувачок с катаной? Его альтер-эго злобное. Ага, вот здесь вот. А тут сразу тупо лут положили. Он услышал, что чемпион идет, положил катану на землю и съебался. Смотрите, еще один черный рыцарь. Да вы, блядь, издеваетесь. Знаете, как определить шлем черного рыцаря и шлем серебряного? У них рожки у черных, а у серебряного крылышки. Вот у меня крылышки. А щит у него точно щит серебряных рыцарей. У меня во второй части такой же. Впереди сильный враг. Кто, блядь? Тут я сильный враг. Остальные все лохи. Ну... Камон. Клинок хаоса. Блять, он, наверное, себе сипуку сделал. Чё за клинок хаоса? О, я даже его носить могу. Нифига, Катаныч. Со скиллом от ловкости. А? 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 Как бы прочитала его читалка со стрима. Ну это вообще, слушай, а тогда получается после закаливания S будет? А можно что-нибудь на силу такое же найти? Прекрасное. Туда не пройти. И дверка не открывается. Ха-ха. Пародия. Пародия на локацию. То есть, ну, она в общих чертах ее повторила, но не полностью. Тут нельзя ходить, где захочется. Я просто пока что оттягиваю тот момент, когда я зайду внутрь. Душа удрюченного рыцаря. Продолжаю простукивать стены. У меня есть стойкое чувство, что где-то здесь меня обязательно попробуют наебать. Чувак. Ау. Воу-воу. Не-не-не-не-не. Ай, блядь. Сука, больно. По каске. Отъехал нахер. Да, лута с них вообще не падает, полная жопа. Кольцо с шершнем, я припоминаю кольцо с шершнем, оно... Оно говно, оно для кинжалов. Оно в спину атаки усиливает, по-моему. Усиливает критические атаки, да-да-да.
Да. Что ты свой гудок раскрыла? Блять, пойду выпущу. Глупое, наглое животное. Так. Забавно, здесь целые комплекты колец. Есть кольцо для магов, кольца. Есть кольца для кинжальщиков, вообще тьма. Для мечников, для щитовиков. Для меня, короче, что-то есть? Что это такое? Безопасная зона. А остальное все опасно. Костра нет. Так. На троне что-то написали. Впереди нога. Впереди зад. Вы чё? Фрагмент витого меча. Начинаются стены иллюзорные. Так, в этом тупичке у нас сидела кто? Хранительница огня, да? Глаза хранительницы огня, нихуя себе. Нет, какая в жопу хранительница огня? Монашка тут сидела. Опа. Тайная тропа, призрачная стена. Тут что, серьезно, никто не нападает? О. В кузню можно пройти. Нифига себе. Я не знаю, можно ли пройти в нее в настоящем храме огня. Уголь, да? А, молот кузнеца. Узнаю это говнище. Я помню, когда-то я его выбрал. Да. Короче, во втором Dark Souls есть баг такой, или был, что если ты играешь 60 FPS, у тебя износ вещей в два раза выше. Вот, и я поэтому ходил с молотом кузнеца, потому что он единственный не ломался на каждом шагу. Я делал сиешки с ним. Ну, естественно, молотом кузнеца с его убогим дамагом никого не убить. Но я призывал фантомов, честно, в свои сражения. И первое DLC записал даже с фантомами, блядь. То... блять, голубаный кашель. То самое, где каменный дракон басует. Ваше благородие. Ваше благородие. Жаль, все остальные строки из этой песни тут не написали. Не понял, к чему это послание. Здесь вообще, кроме, сука твою мать, глаз вообще что-нибудь есть? Я что сюда, за глазами хранительницы пришел, что ли? Серьезно? Там не знаю что. А, это вход. Так, пойдем посмотрим на троны. Что на тронах написано. Олдрик. На троне пусто. А что, сюда можно, интересно было, чью-то голову принести? Это, наверное, черный храм для тех, кто проходит за злую сторону. За змея Каса. Сюда, наверное, пеплы сносить предполагается. Может, последний пепел сюда. А, лудлета тоже нету, да? Нету. Че там светится? А, свечки. О, бабка! Well, fancy that. A lost lamb wandereth in with me. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old... А что ты тут делаешь? Купить. Ёпта, шлем волчьего рыцаря. Комплект Арториаса. Кольцо молитвы увеличит веру. А, 9 веса. 11, 10, 11. Ну, почти 12. Залепи. А у меня чё? Ну, блядь, по весу она вообще физическая мощь. Ну, у меня брони сейчас-то побольше. Вот перчатки и поножи, возможно, мне пригодятся.
Охуеть. Перчатки 3-1. Поножишь. Да, 20 тысяч душ, будьте любезны, принесите, да? Пойдем поищем, где еще кусок меча. Надо телепорт сюда поставить. Так, тут проход, а вот здесь тупик был. Пошли в тупик проверим. Интересно, почему сет Арториаса продается в черном храме огня? Арториас, путник бездны. Арториас помер от руки протагониста в каком-то вавилоноподобном здании вавилонской пирамиды. Значит, это что? Это храм огня в бездне, что ли? Ну, какой-то он альтернативный, что ли? Семя еще не упало. Давай свое семя извержения. У меня есть одно семя. Оно заставляет, короче, на фантома, вторгнувшегося мобов, нападать. Помните тот говноед, который к гигантам забежал в одной из частей? Вот. Надо было тогда семя изануть, но у меня тогда его не было. Так, ну какой-то челик запрыгнул на крышу здесь все-таки с этого дерева. Но, по-моему, его пофиксили, это дерево, раньше. Раньше главный герой как-то с него вообще... Да, в жопу. Ну все, тут больше ничего нет. А что делать с куском меча-то, блядь? Зачем он нужен? Это вечный бесконечный телепорт, судя по всему. Интересно, интересно. Не, ну сет Арториаса надо купить, походу, по любасу. Надо и что-то продать. А что, если я просто пиздюлей навешу? За сколько она души боссов покупает? О, задорого, задорого. Так. О! Вот так вот раз. И покупаем. Так, шлем тяжелый. Не надо. Не, ну вообще я сюда бегать-то бесконечно не хочу, я бы сейчас все купил. Пусть валяется в инвентаре, жрать не просит. Так, вот, вот эту одну продать надо и... Да, вот эти по 50. Давай, все. Гуляй. А, и она желтый мелок еще продает. Да, нахуй мне нужен. Надо знать, где метку оставлять, тогда у вас без всяких мелков. Короче, тени. Какой тени? Откуда у меня это? Волчьего рыцаря. Подожди. Волчьего рыцаря это называется? Не Арториаса? Арториас волчий рыцарь? Храм Стражи Фарона во главе с волчьим рыцарем там вроде писали. Стражи Фароса это чё? Фарона. Это получается ковенант. Ковенант Арториаса? Ну, чувак поднялся, ковенант свой сделал. Ну, все какое-то, блядь, не очень здесь. Даже черные наручи лучше, чем... Хм. Да, погода мне его штаны вообще не делают. Ну, короче, понятно. По весу у него доспех, может, и неплохой. Но все остальное... Странно, а щит почему у волчьего рыцаря нигде? Меч я видел. Но все остальное какое-то, блядь, не очень-то внушает мне желание таскать эти вещи. Доспех, да, лайтовый, мощный, хорющий. Что это там за надписи? Вот, доспех, да, можно.
носить, если у вас проблемы с весом, но я вес прокачал для того, чтобы носить хорошую бронь. В данном случае хорошей броней в плане исключительно защиты, да, если не брать во внимание вес, то в этом плане доспехи Арториаса хорошим вариантом не являются. Дерево выросло из огромного гроба. Вот в таком гробу лежал Нита. В огромном гробу. В Ковенант еще, когда к нему вступаешь, меч получаешь на халяву. Так. Блять, сколько я душ выкинул на этот сет. Я надеюсь, что его продать можно за те же средства, как минимум. Теперь. С этой локацией все, походу. Я тут больше... ничего не знаю. Забытые могилы, чемпион Гундир. Тут больше ничего нет. Значит, надо замок Лотрика. Это вообще дрочево. Гигант Йорм. Так, где там сидели эти статуи-то? Резервуар с водой. Дальнее поместье. По-моему, в дальнее поместье. Самый ближний портал. Ну, блять, там бегать надо. Ёпти, ёпти. Хожу тут. Ищу, как пройти, сука, в библиотеку. Вот. Пытаюсь, короче, из оскверненной столицы назад пойти. А, вспомнил, что у меня еще есть и ключ теперь от всех камер. Oh, вот тут сидит какая-то старая овца. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Сморщенная маленькая еретичка, что? Hmm? Oh, you're not one of them. А ты не такая уж и сморщенная. Ты еще в соку, в общем-то. For mistaking you for one of those leeches. Сжечь ведьму! So, what business have you here? Я ищу, короче, this такой балкон, там статуя дракона развалившаяся. And I am no exception. Предложить помощь. You're here to save me. Да. Я вообще спасаю драконов, убиваю принцесс. Скверное дитя бездны. Блять, да тут столько детей бездны, что вообще. Да срать мне. Really? No, да, я такой, ну чё. Закроем дверку. Well. Нет? Besides, I've grown tired of. Какая честная ведьма предупредила обо всем заранее. Карла. And I accept your proposal. Карл. Понимаешь? Карл. Карл, эй, Карл. Блять, у меня еще и книга есть для нее. Но это я потом отдам, если не забуду. Ой, спасибо за лайки. Вот здесь лайки действительно для меня много, значит, они меня хилят. Иногда в очень даже экстремальный... А, вот он, этот балкон. Блять, совсем рядом был. Подождите, но там же наверху еще есть камера, и теперь я могу их все открыть. Заодно посмотреть, как сюда идти по-научному. Там наверняка есть костер. Блять, а... Не, я сейчас, короче, зайду, костер активирую. Там. А потом я пойду посмотрю, что в этих камерах. А, потому что в них что-то должно быть определенно крутое, потому что... Ключ от них лежит вообще в другой локации. То есть тут еще надо вспомнить. Так, ну что, давайте помедитируем. Так, запись включена хоть? Почему все мои позы, блядь, на коленях или лежа? Что это такое? Вот она, буддийская радость. Ждем. Вон туда мне, наверное, надо. Вон она, локация. Сейчас опять, наверное, гарпии прилетят. Это мой личный транспорт в каждой части, походу. Вершина. Вершина горы. И на ней построен замок. Да-да-да, вот фокус. Раз фокус. Уснул, что ли? Ты чё, чувак? А, я там буду мысленно, да? Силой мысли буду там сражаться. Юбка молитвы. Юбка принца Лотрика, принца, которому суждено было стать повелителем пепла, лелеяли в королевской семье, несмотря на то, что он родился больным.
И он ходил в юбке. Очередной Гвиндолин, походу. Трансвеститище. Да, смотрите, какое ясное небо. Хорошая локация, нравится. Так, это мой первый лут. Душа усталого бойца. Пиздец. Ну понятно, что есть ковенант. Ебливый. О, боже мой, ковенант, блять, какая радость, господи, боже мой. Так, а мой ковенант не будет помогать? Почему этот лазурный путь, который должен бросаться мне на помощь? Синие рыцари, блять, никто не помогает. Чего у тебя там в руках за дрочка-то? А, подожди, клинки темной луны, это кто такие? Вот помощник-то мой синенький, блядь. Дрочил пока нахуй я тут. Блядь, что у него за мечник? Вам я сваншотил. А он еще и АФКшник. Ну на тогда нахуй, долбоеб, блядь. АФКшники такие АФКшники. Чувак меня просто, короче, запарировал и грохнул. Но здесь чекпоинт рядом. И уголь с меня еще не сняли, походу. Ай, какой молодец. Ай, запарировал. Ай, нравится. Как правило, вторгаются в основном только те пидорасы, которые старше тебя по левелу, блядь, и дрочат в эту игру уже не первый месяц. Никогда не вторгнется чувак, который, блядь, не уверен в том, что он... Да иди ты пиздец, ты нахуй откуда вылез-то, блядь? А, ну это змеи, как в первом соусе. Блядь. Заебал твой кинжал меня, слышишь? Нихуя не нихуя тут кинжалы в этой части машут. Большой осколок титанита. Веу, веу, веу. Это вообще ПВП с заточкой на критические удары. Там наверняка у него кольцо на криты, блядь, меч убойный. Это напоминает мне... ПВП в Академии джедаев по сетке, когда каждый долбоеб стоял со сложенным двойным лезвием в единое. Там есть такой прикол, что с прыжка оно просто ваншотило нахуй любого джедая. И стоят и ждут момента, чтобы просто прыгнуть и сваншотить. Не знаю, какой нахуй в этом интерес, блять, видимо, какой-то есть. Наверное, сидит сейчас как ёбнутый хихикает. Блять, убил. Какой я, блять, молодец. Блять, пошли нахуй. Кто с фаерболами там? Какой из вас пидорасов, блять? Сука, пасть нахуй, закрой свою фаербольную. Блюдок нахуй недоделанный. Вот и костер. Быстрее можно зажигать его, как бы, блять? Так, ну чё, я пойду посорю всё-таки, чё там, пошарюсь по этим камерам, наверное. Уголь. Компенсировали, да, молодцы. Ну тут хотя бы никак в этом, блядь, стражи глубин, тут не вторгаются каждую минуту, блядь. Там просто заебало идёт. Верный Олдрику, блядь, самый заебавший ковенант, по-моему. Там самое место фармить души. Размещайте белый знак и даете пизды. Этим вторженцам. За них, по-моему, душ по 20 тысяч, по-моему, за каждого дают. Если я правильно понял. Блять, ну пойду в тюрьму. Ну, поскольку я теперь силен и накачан. Особо много времени я не думаю, что это займет. Все камеры, я помню, они здесь. В начале. Первая, значит, ржавая золотая монета, блять, в очко разработчику. Надо ее засунуть, как в автомат, блять, в игральный. Может, тогда он начнет нормальный лут ложить. Не говно всякое подсовывать. Сука, что они теперь в каждой камере поселились, что ли? Так, ничего нет, ничего нет, ничего нет. Там вообще не помню, что. А это дверь? Ключ беглого преступника. И где это мы? А, это срезка в столицу воскверненную. Нихуя. А зачем она нужна?
Кольцо с яростным драконом. Но это, блядь, не то кольцо. Это для мага кольцо. Видишь, произведение заклинаний значительно усиливает чары. Здесь нет тех колец дракона, которые были универсальны для всех. Что-то я не понял. А. Мне надо назад, там осталась одна камера, этажом ниже всего лишь. Будем надеяться, что там лежит печенька какая-нибудь. Блять. Ну и уроды. И выглядят как уроды, и ведут себя так же. А вот, в общем-то, и здесь она, по-моему, эта камера. Заебали табуреточки эти. А, это камера срезка. Ну, значит, больше тут ничего нет. Что я могу сказать? Может, на втором этаже? Я помню, что с этой стороны тоже одна камера была. Я ваншотнул с прыжка с такого. Вообще по красоте ее срезал. Так. Лево или право? По-моему, здесь. Нет. А это что? Пиздеж полный. Я проверял, не было тут никакой иллюзии. Сейчас. Аристократов этих убиваю. Сладкая месть. Ау-ау-ау-ау-ау, нахуй сладкую месть. Нет тут нихуя. Опа, ты чё? Оставила мне петюлю такую, блядь. Все, короче, нет тут нихуя, пошли отсюда. Не знаю, где последняя камера закрытая. Может, ее здесь и не было. Может, я в натуре со срезкой перепутал. Где мой многоразовый телепорт? Да, костер храма. Хотя зачем, казалось бы, у меня. Душ-то на левел все равно не хватает. Так что сразу полетели отсюда. Да и покупать нечего, и точить нечего. Пик древних драконов называется локация. Вот так вот. Кстати, рыцари Лотрика, они то ли укрощали драконов, то ли летали на дракон. Ну, были раньше драконьи всадники, конечно, такие. Толстожопые боссы. Но здесь вот в описании к шматью Лотрика пишут, что рыцари Лотрика при помощи драконов свергли богов. Что все-таки они победили. Ну, первая часть сюжет, помните, да? Драконы против богов, ля-ля-ля, вот. Тогда боги драконов победили, а вот пламя богов затухло, и драконы вернулись. Видимо, сюжет этой части звучит именно так. Обломки титанита так и валятся. Летит, блядь, фаербол. Ёб твою мать. Прыжок не сработал. А, это была здоровая змея. Я смотрю, что он так долго убивается. Фу. Бля, у меня до сих пор нету камня, который на плюс 10 точит. Кусок он называется, по-моему, даже не обломок. Кто это у нас тут? О, латунный рыцарь. В доспехах Гвиндолин... А, в доспехах хранительница огня Нора Ландо. Из латуни. У меня есть такая. Та еще борода. Ну, это один из тех вот, кто не качал, видимо, переносимый вес, а теперь не может носить нормальный сет. Если это вообще не NPC. Ишь ты. Кольцо власти над молнией. Это борода. Я так и не понял, если у тебя меч на молнию, и ты надел кольцо власти над огнем, у тебя атаки мечом усилятся, или они только магию усиливают? Вообще не понимаю. Так, что пишут?
Бегство. Кыл-кылочек. Тут колокольчик, в который, видимо, надо звякнуть. Давай из лука позвоним. Позвони мне, позвони. Нет? От кого тут бегать-то? Понял. Блять! Блять! Да ты чё, ебать? Нихуя. Слышь, пиздалище, ты дай пройти-то нахуй. Нихуя. Это похоже на древ... О, ебать, дамаг. Опять, наверное, секретный меч, да? Нет. Обычный. Че, она, блядь, 30 дамага, ёпта, бля. Звони давай нахуй кому-нибудь. Звони охотникам на драконов, блядь. О, ёбаная жизнь. Ну как так-то, блядь, шмара ебаная. Ну хули, блядь, пиздец. Ну, просто, блядь, вот не повезло и хуй что сделаешь. Сука, этот колокол ебаный привлекает внимание, но на самом деле нихуя с ним не сделать. А че это я лут не забрал наверху? Блять, колокол, ёбаный колокол, ну кто его там поставил, нахуй он был, блять, вообще, вот, сука, мудак конченый. А тут хоть подым. А вот теперь колокол звонит. Где? Щит с древним драконом, охуенно. Нахуй мне это знамя, блять. Портрет ему прийти показать, смотри, тебя на щите намалевали. Пошла в жопу, тварь. Задроченная. Соси хуй. Давай, all rush, надо еще души забрать. Птеродактиль хуй. Иди в пизду, курица, переросток. Древняя виверна. Ну бег, блядь, где? Я еще пособираю, блядь, тут. И чё? И чё дальше-то? Пирог с говном, блядь. Не говяным пирогом, блядь, убивать? Куда бежать-то? Нихуя не понимаю. Так, посмотрим, что внизу. Ничего. Ха, я вообще не понял. Драться с ней не вариант. Дамага по ней нет. Что делать, нихуя непонятно. Слава богу, я хоть метку снял. Сейчас, походу, дохнуть придется просто ебануться сколько. А что на щите написано? Щит храмовника. Ну и... А, 6 веса всего лишь. Физическая 77, это что за дерьмо кусок вообще? Деревянный щит с изображением древнего дракона. Очень медленно восстанавливает здоровье. Рисунок выполнен в изящной, но весьма сложной технике. Древние бессмертные черты древних драконов еще можно обнаружить. А людей змей, хотя есть... Навык владения оружием. Да пошла ты нахуй. Я думал, хоть подсказоньку дадут, как, блядь, с ней драться-то. Ебать копать, потому что ей все похуй. Как бы немножко... Я, конечно, могу, блин, даже меч зачаровать попробовать, но... Это все беспонт, вообще беспонт. И все нипочем. Может, ее надо бить. Прям ебло. Вообще не засчитали. А, 90. Пиздато. А, вон, наверное, куда бежать-то надо было. Блять, души жалко мои. Души, душеньки. Нахуй пусть идут. Вот и вот щит древнего дракона. А эти твари что, огня вообще не боятся? Сосите, твари. Да иди ты нахер, ну гондон, а? Сука, леской штопанный. Какой нахуй верх?
Ага. Гнида очередная. Вот суки, блядь. А, вот почему черный меч мне понравился. Он, видите, как рубает по горизонтали. Блядь, не буду пока угли юзать, походу, я сейчас... Тут, походу, надо сначала дорогу узнать, понять, куда бежать. Попробуйте удар в падении. Ее ударами в падении надо бить, что ли? Подсказонька. Фаерболы так и свистят, блядь. Вот эти подсказки, где замок нарисован, это подсказки от игры, от разработчика. Их не люди оставили. Их не люди оставили, потому что не люди игру делали. Не люди, ёпта. Ух, блядь. Блядь, это твой топор сейчас реально в очко тебе засуну. По самое, блядь. По самый обух. Чё это думал? Я тебе, блядь, не вставлю про пиздом. Большой осколок титанита. Ну нахрен мне. Обломок титанита. Да, в каком удар в падении-то я на он, блядь, где стоит? По кому тут в падении ударять-то? По земле только, если лишь бахнуть, как Джекс. Может, его волной сметет, ёпта, ударный. И нахуй тут так петлять? Вообще не понял. Что за волшебное место? Приманить вот этого говнюка и по нему в падении ударить. Каменная виверна. Нахуй, а недалеко ли у тебя топор-то? Вылетает. Полтенка. Ну, оглушила хотя бы, это ладно. Еще какой-то чел бегает. Да ты посмотри, ну как так-то, блядь? Это что за баги, нахуй? Где это? Как зашло-то, оказывается, да? Интересно, что у нее за топор такой, блядь? Кажется, что сейчас она сюда прилетит, да? Снова ололо. Мискузи. Месье. Ух ты, блядь. Только не говори, что ты сюда жаришь. Мама. Так. Шашлыки из рыцаря отменяются. Во-во-во-во-во. Полегче. Тут и так все деревянное. Сейчас пожар вспыхнет. Кто опять леса строительные строить будет? Нет. Мерцающий. Да хоть дерьмонит, блядь. Ничего. Делать-то. Ага, на тот мост, а с моста уже ей поеблу, да? Слабое место, голова, вы уверены? На нахуй, ваншот, блядь. Это босс от разработчика из Gaijin Entertainment по любасу. Давайте сделаем, блядь. Босс здоровый, чтоб, блядь, ты ему хуяк на... И ваншот. Давай. Все же любят ваншоты. Что это такое? Все?
Я очнулся? Это все? Вся локация, что ли? А побегать дать? А я не все собрал. Но это, видимо, можно вернуться. Прикольный босс. Очень нехарактерный для этой игры, я бы сказал. Не потому, что он ваншотнулся, а потому, что... От кого-то тут... То, что от кого-то здесь надо бегать... На протяжении какого-то времени... Это очень круто. Наверное. Так, пойду-ка я в храм огня. Потрачусь на левел. Так, а здесь вот кое-что интересное на самом деле сейчас должно быть. По идее, во-первых, где ведьма? Я вижу пироманта. Так. Эта баба все еще тут. В зеленой водичке. В лазурной. А где? Ну, пиромантка, по идее, должна с этой стороны сидеть, да? Ведьма, вернее. А, вот она. Ты, блядь, для этого из камеры выходила, чтобы сесть в еще более тесное пространство, что ли? There you are. Ну. As I said, да я помню тебя, Карл. Карл, ты вообще, тебя все помнят. Карл. Карла, Юрия, блядь, все имена попортили. Ну что будем делать? Твои чары? О, ты ошибаешься, если думаешь, что это единственное, что мне может быть интересно. Почему это мои штаны мигнули? Темным чаром? Да насрать, давай. You're a wicked one, aren't you? Да, я вот тут прошлую бабу убил, когда она завоебывалась. Вон тут с черной катаной. Да, секрет, блядь. На тебе вот эту штуку, короче, смотри. Раз для меня. Ну, это новая магия просто в продаже появляется. Квилана из Изолита. I may be a heretical sorcerer, but you bring me nothing but pyromancy, fiendish little lad. Злобный маленький ублюдок ты. Кабздец. Спас, блядь, на свою голову овцу какую-то. О-о-о. Говно, блядь, что-нибудь... Даже пушку нет зачаровать. Удар клинком из темной человечности. Ну и цены. Do stay safe. Да-да, буду. Так. А самое главное, это то, что я же принес хранительницы огня Зенки, высосанные из черепа другой хранительницы огня, видимо, Вантусом. Welcome home, I should speak then. Смотри, что у меня есть. Ashen one. Are these... Да, сможешь посмотреть, какой я красавчик. How gracious of thee, Ashen one. Да, я the такой. Very things we firekeepers have been missing. И чего? Ты их оденешь хоть? Дерьмо какое-то. Сила. Богатырская. Ну, блядь, вообще нет смысла. Физическая мощь так по единичке и добавляет, блядь. Пусть будет физическая мощь. Я, может, что потяжелее на себя хоть одену. Да, прощай. Мне еще мои души там подбирать, которые из меня вытряхнули. С помощью этой сраной виверны. Интересно вообще, а уши хранительницы найти не надо? Кстати, писали в комментах про какой-то деревянный... О боже. Как они звенят. Писали в комментах про какую-то виверну, которую не убить. Наверное, это она и есть. Но... Ух ты, блядь. А вот и сет дракона на ком-то. Но тут понятно было, что... Ну, это как с Йормом. Если жизни не отнимаются, значит, просто так ее не убить. Надо что-то найти. Отъебашил просто. Меч крови дракона? Где меч крови дракона? Чё за хуйня? Опять ты? И сколько раз тебе надо вломить?
Бледина какая там нахуй еще, блядь, сука, подпездывает ему, блядь. Ёбаный чертополоший цирк, нахуй, пидорасы. Чё за нахуй? Что это такое? Меч крови дракона, вот он. И молнией, и магией, блядь. Всем ебашит. И весит хуйню. А точится, наверное, мерцающим титанитом, да? Да, от ловкости. Вот я себе ловкость на единичку подыму и буду с этим мечиком ходить на гибаста делать. Так, какой гондон их призывает? Я слышу звон колокольчика, значит, это призыв. А-а-а. Вот кто, блядь. Нихуя себе. Страх потерявшая мразь. Долбанный телефон. Все, они теперь не будут? Да, блядь, а это кто нахуй? Не будут они. Ну, по-моему, я идеально запарировал. Слушайте, как много выносливости от меня стало уходить. Че у него там сзади защит? Железноствол на щите, смотрите, это отсылка к Игре Престолов, к игре, наверное. Что еще? Ничего. Душа. Копье драконоборца. Но это арнштейновская мотыга. Че влево? Да в жопу, я еще там не все посмотрел. Пик дракона. Здрасте. А, я тут бегал. Нет, тут ни хрена нету. А здесь тогда? Давайте тень вперед пропустим, посмотрим, что ему. Ух ты, блядь, что это такое? Что это такое за хуйня? Саламандра, что? Да пошла ты нахуй, я же сбоку стою, ты чё, блядь? Это похоже на кристаллического жука охуенно здорового, окаменевшего. Титанитовая чешуя. Еще одна. Охренеть. А, и все. Круг почета делаешь, возвращаешься. А куда дальше тогда? Дверь не открыть, да? Впереди короткий путь куда? Какая-то запутанная немножко локация, нихера не понимаю. Вот теперь понятно куда. Я уже забыл, что здесь лифт есть. Где-то тут... Там окно было или мне показалось? Нет, это везде такие окна. Где-то тут, блядь, лежит меч, который меня этот пидорас убил, вторгшийся. Может, его в Ковенанте дают? Я не знаю. Вообще, он... Я его увидел уже, он у статуи в руках. Он статуи, которые на мосту стояли, у них вот этот меч клиновидный. Так... Куда я там пошел-то? Что не пошел? А этот чел все еще жив, смотри-ка. Бойкий. Так, сюда не пошел. А там тупик, да? Да. Ну, мало ли. Может, тут огромная прям прозрачная стена. Блять! Нихуя ты!
сука, я аж обделался маленько. Крупным калом. Кто там, блядь, звонарь такой от бога? Удар щитом просто пиздец всю выносливость сносит. Ударный щит — это уж не такое уж говно, как казалось. Давай, членоголовый. Блять, вот их тут вообще понаставили. Давай коксу-то подкинь, ну чё ты еле-еле. Ага. А я тут не был. Еще одна. То ли солнце, то ли луна светит, непонятно. Кольцо с громовым камнем. Обалдеть вообще. Ну ты и пиздобол. Обоссанный. Дизлайк бы тебе въебать. Ну и вот, но дизлайки тут не показывают, по-моему. Пошла вниз, падай, падай отсюда. Большой. Ну что, блядь, какой тропой идти? Этой или поверху? С боем? Давайте попробуем с боем посмотреть, что там есть. Тем более с них души хорошо падают. А если еще и щит напялить? Ау. Ну заебало нахуй. Пиздец, они просто спамщики обосранные, блядь, два. Ебать. Что не скажешь о моем рукожопом герое. Ну теперь один остался. Рукожопый герой просто, блядь, только мимо бьет. А, тут нет прохода. Никакого. А, хорошо таджики леса поставили. Фасад, видать, штукатурили. И не падает же ты. С конструкцией, блядь, без единого гвоздя. Опа. Жучило. Как хорошо в этой части жуки убиваются просто в таргет. Проклятие. Ну нет. Ну пожалуй. О! Как я это сделал? Так, надо что-нибудь умное написать, глядишь, полайкают. Может помочь. Вперед, влево, вправо. Лайки меня исцеляют. Надо писать. Надо писать. Так, опять это говно. Да и здесь. Ух ты, нихуя! Слышь, колобашка, блядь. Да охренеть, я в шоке, блядь. Так, ты у нас кто? Ты у нас сундук. Титан. Это чешуя 3. Ебстись, колотится. Вот это да. Ничего, они их тут наложили. Из этой локации, походу, хуй вообще что заточишь. А, ёпты. Опа. Опа. Срослась. Срослась таки. И чё? А как там? Она же вообще пройти не даст теперь. Ну. Да укатись ты с обрыва, как твой друг сделал. Заебало. Кому нахуй интересно драться с мобом, кому настолько мало урона наносится? Bloodborne просто. А-а-а.
надеюсь, ты счастлив. Блять, да ты не улетела, что ли? Ололо, Раш. Ололо. Ололошеньки, блять. Нет, нахуй. Пидорасы. Вы наставили, блять, говно свое. На каждом шагу, блять. Впереди отбросы. А, опять призывалка. Бля, надо ей срочно пизды дать. Сука! Это кто такой? Тарзан Королёву потерял, что ли? Чё это такое, блядь? Ты ж Маугли. Ау, ау, ой, блядь! А чё, почему человек в трусах получает настолько мало дамага, я не понимаю. Вообще это... Что-то даже на Конана немножко похоже, только меч говно. Рикардова рапира. Наверное, это был Рикард. Или Рикард. Но я не буду смотреть его рапиру, потому что у меня рапира в любом случае, блядь. Только из-за этих, блядь, телефонов одни склейки потом. Ну, так, куда проход здесь есть? Что это такое? Нет, спасибо. Они каких-то разных чуваков призывают, да? Та постоянно призывала рыцарей в доспехах Черного Дракона. По-моему, так и называется. А это, видимо, только Тарзанов призывает с рапирами. Но я не думаю, что тут еще иллюзорные стены есть. Сама по себе локация и так секретная. И куда? А вот и колокол. Тот, кто идет путем дракона, не должен звонить в большой колокол. Перевод, как обычно, божественен. Эти брызги крови как бы намекают на то, что вниз ты хер спрыгнешь, да? Так, ну пока не будем звонить в колокол, раз говорят не звонить в колокол, наверное, лучше не звонить в колокол. О! Да, вот это по-нашему. Там еще что-то было. Блять, какая локация интересная, пиздец. Колокола какие-то. А, нет, тут ничего не было. А, ну понятно, откуда брызги крови-то, блять. Прыгают люди, прыгают. Надеются лутануть чего-нибудь. Давайте посмотрим. Мне говорили, что кто-то дает кошачье кольцо, но я, бля, вообще не помню, кто этот благородный господин. Вообще высота тут не смертельная, прямо скажем. Может, они просто прыгали неправильно. Так там закрыто. Вообще-то в колокол никто не звонит. Че он? Че он звенит-то? Так, а где? Лут внизу есть. У меня просто уголь заюзан. У меня их, конечно, 30 штук. Разбазаривать с первой попыточки. Видимо, бедные несчастные игроки на клаве не могут сюда допрыгнуть. Нет. Так, я там не угорю. Бесцельность. Мало ли. Так, а это что у нас тут? Ну давай, пожалуйста. Да, блядь, уголь, на, нахуй. Хотел уголь, на тебе уголь. Ну, ворота, видимо, открываются, когда в колокольчик позвонишь. Ни раньше, ни позже. Да, понятно. Ну, что ж. Давай
посмотрим, куда это приведет. Какие отбросы, блядь, что ты, придурок, малюешь? Да, вот они, отбросы, огнем плюются. Самые, блядь, отбросные отбросы. Что-то звякнуло, вот так мне показалось, что меня убили. Тактично она, да, отступила такая еще. Чуть такое. Ну только не ты, ёб твою мать. Пошел нахуй отсюда. Мерцающий три, блять. Охренеть. Меня уже напрягает эта щедрость. Так, я не понял. К ней что, подкрасться можно, что ли? Винтила. Хавел, блядь. Сучара Хавел. Этот тип, который может дать пиздюлей. Причем ваншотных пиздюлей. И он всегда неадекватен. С ним нельзя разговаривать. Надо сразу бить. Угу. Кто бы сомневался. Брони у него просто пиздец. Дамагу тоже. Два раза по пиздецу. Опа. Это было неожиданно. Не знал, что ему вообще можно щит сбивать. Ну, скажем так, в первом дарке он был куда посерьезнее. Ну, потому что его там встречаешь крайне рано. Блять, заебал. Ну как он щит успевает убирать? Есть у меня одна мысль. Какого хуя он в говно превращаться начал? Не подходи ко мне, я обиделась. Пошел ты нахуй, пятачок. Верно, вставай, дай ему пизды. А, это он свой щит поюзал. Он ему там давал окаменеть. Да, спамом его хуй возьмешь. У меня есть кольцо убийцы рыцарей. Видимо, оно только и нужно в этой игре для PvP и для того, чтобы Хавилу пизды дать. Ну, бэкстаб, блядь же, ёбаный в рот. Или что, когда щит на спине, бэкстабы теперь разумно не проходят? Да. Ко-ко-ко, говорит Хавил. Зуб дракона, большой щит Хавила. А где все остальное? Кусок титанита, вот он. Блять, как он дракона пизданул? Я одного мочканул, конечно. А почему Виверна вторая улетела? Почему она Хавила не стала грызть? Фу, непонятно. Че это у нас такое, блядь? Умопомрачительно твердый и тяжелый большой щит, высеченный прямо из каменного валуна. Ну-ну, блядь. Этот щит вместе со змеиным зубом дракона принадлежал легендарному Хавилу Скале. Дуэйну Джонсону, блядь. Щит полон особой силы, напоминающий о самом Хавиле. Навык каменная плоть. Да-да-да. Каменная плоть. Но больше тут ничего нет. По крайней мере. Можно валить отсюда. Вот там еще что-то есть. Я вижу, что там кто-то стоит, смотрите. Вон.
Огромный просто. Самый прикол, что я попал только что. Он изогнулся аж. Это он мне головой, наверное, кивнул. Типа, ни хрена ты. Зачетный стрелок. Так, ну что, 44 косаря. Рискуем. А, ну понятно, кто это. Опять эта хуйня с секирой. Ну почему вы по двое-то, блядь, идете, ёб. Ну почему не по одному? Да, то, что я прокачал себе вот нахуй вот это вот. Окей. Вот мне хвостик, видите, остался. Нахуй я себе свечу-то. Пиздец. Блядь, ебать, как интересно с двумя драться. Ёбнуться можно. Да соси ты. Мне кажется, они к огню неравнодушны. Очень они от огня страдают. Но нет, наверное, все-таки огонь ни при чем. Эстус, кстати, восстановила, когда я его завалил. Да ты посмотри, блядь, на эту хуйню. Как попало. И прыг-прыг-прыг назад, блядь. Ждем, когда друзья придут, да? Конечно. Если с другом вышел путь веселее намного, да? Что тут дорога, блядь? На, сука, блядь. Вот это была ошибка. Ты сотри, ёб твою мать, еще идут. Еще здоровый, еще один. Там, наверное, вот этот меч и лежит, блядь. Что-то они должны там охранять. Может, они... Потому что я из лука выстрелил. Так охуели. Воу-воу. Блядь, ты... Не, они просто в один прекрасный момент... Ты им куда-то попадаешь, и они спамиться начинают. Нихуя себе. А, вот как она доставала. Как обычно, бэкстаба, а точка нет. По 3000 с лишним, да, с них? Ну, с щитом это было бы 4, прямо скажем, с чем-то. А с кольцом, возможно, даже 4,5. Так, там кто-то дышит наверху. В лучшем случае это огнедышащая колобашка. Может быть. Ты правильно заметил, чувак. Скорее всего, это полное говно. А это что? Блять, вот. Ну я ж сказал, кто еще там. У меня такое чувство, что я на ней засыплю сейчас. Да не, она спамится просто в лед. Пепел преследователя драконов. Он их преследовал, преследовал, а тут его и испепелили, да? Интересно. Ну это, наверное, за... вот сет черного дракона средний сейчас, наверное, не появится в продаже. Что это такое? Нигде не летит тут. Никакая тварь. А, тут, наверное, надо в позу сесть. Ебать! В натуре, охуеть, это больше, чем древний дракон. Так, надо нахуй черкануть. Впереди. А, география. Роскошный вид. Это география, да? Позиция для стрельбы. Х.
Нихуя себе, даже не сразу заметил. Ну, допустим, я сяду здесь в эту позу, и что? Лицом сюда, да? Опа! Мерцающий камень драконьего туловища. Нахера он мне нужен? Сейчас посмотрим. Камень драконьей головы. Это тело и рык дракона. Тело и рык дракона до смерти. Не знаю зачем. Но, видимо, с этим богом драконов драться нельзя. Вот это размеры. Не то, что гигант Йорм. Ну, это надо раздеться, короче, юзать этот камень, и тогда ты будешь дракон, но, бля, брони. Это, конечно, не даст. Я вообще ни разу. Это во второй части надо было в ковенанте древнего дракона состоять долго-долго. Носить им там эти яйца дракона или что-то такое. Что там давали за победу в ПВП? Потом тебе давали возможность голову дракона сделать. Не знаю, нахрена. Так, прежде чем посмотрим, что тут за еще босс, надо, наверное, пойти опустошить карманы. Так, ну, 23 тысячи лишних осталось. Правда, ничего с этим не поделать. Давайте посмотрим, что еще. Ну, остается только вот в колокол. Делинь-делинь. И велком-велком. Давайте все-таки посмотрим, что этот ссаный камень делает интересного. Давайте почитаем, что на них написано. Камень, пропитанный мощью, используется в тайном ритуале пути дракона. Позволяет получить голову дракона, дракон дыхание. Это изменение обратимо до самой смерти. Головы дракона, первый этап грандиозного превращения. С древних времен путем дракона последовали войны, которых, так утверждает, видели пик дракона. Ага, во время медитации под час они слышали. Позволяет получить тело дракона. Так. А это что? Позволяет получить тело дракона и драконий рык, приняв обличие архидракона. Ебануться. Ну-ка. О боже. О боже. Блять, это архидракон. Это архиглиста какая-то воинственная, блин. Воинствующий глист. Так, а голову? Это все, да? А вот это говно. Что это такое, блядь? И сколько у меня чего? А, здоровье 1220 стало. А защита? Ноль, блядь. А молния еще и минус 15 тысяч. Малейшая искра, и я подохну, походу. Надо вторгаться, блядь, к этим. Вторгаться к кому-то в таком виде, чтобы, блядь, они охуевали просто. Или знак призыва оставлять. Может, меня, блядь, драконы за своего примут, не будут сильно бить. Последователь никогда не звонит в колокол. Интересно, это удобно целый колокол раскачивать? Не проще было язычок качнуть? Только не говорите, что сейчас вот эта хуйня на скале проснется. Тихо-тихо, я маленький дракончик, я не... Ебать, что случилось нахуй? Ой, чуть такое. Дымно как-то стало. Но дверь-то открыли. Так, а я могу? А может...
А, блядь, наверное, надо было принять облик дракона и там помедитировать. Что это было сейчас? Это дома какой-то наносит или что? Нихуя не понял. Ладно, я потом попробую там посидеть. А может, я потом убью, блядь. Что делать? Что делать? Что делать? Мне кажется, что... Нет, мне дали уже драконий камень. Я не думаю, что там еще что-то нужно делать. Что такое-то? Не туда или не туда? Куда идти-то? И ничего не останется. Стоит позвонить в колокол, и ничего не останется. Да здравствует богоюзерство. Или что происходит? -то?